Это что, это вкусен? Ага, ага. А вот она и как бы, ну да, она скривилась. Мама скривилась. Ура! Я даже не знаю, кто победитель. Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня у нас челлендж «Не скривись». У нас сегодня новый челлендж. Не скривись! Не скривись, да. Мы будем вытаскивать бумажечки из нашей супермисочки с номерками. Под этими номерками здесь есть продукты. Что-то кислое, что-то попробуй, горькое. Что-то. Да, то есть кому что попадется. Задача игрока — не сморщиться, когда ты будешь это кушать. А, вот, собственно, кто не будет морщиться, тот и победит. Угу. Да? Ну что, начинаем? Угу. Алиска, ты будешь первая? Да. Тогда мы с папой на камень, ножницы, бумага. Кто второй? Я второй могу быть. А, не хочу, может, я хочу, чтобы у меня больше было продуктов. Угу. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, естественно. Ну что, Алис, начинай. Да, я вот это. Ну давай, тащи. И смотри, что там за циферка. Циферка 11. Циферка 11. Это у нас что? Да? Алиска, ну ты везунчик. У нас есть единственный продукт, который не кислый и не горький. У Алиски получилось его вытащить. Это вот такие вот мармеладки. Вот, сладость, я бы даже сказала. Это такой был бонус. Вообще-то мы думали, что может кто-нибудь заест какую-нибудь гадость. Ну, раз Алиска вытащила первое. И сразу такое прямое попадание. А вы что-нибудь, наверное, горькое? Кстати, смотрите, мне кажется, уже все видеоблогеры вот это вот снимали. Да, у нас тут чего только нет. И Toxic Waste тоже. Держи конфетку. Лопай на здоровье. Ну что, не скривилась, пап? Еще вот такой вкусняшки скривится. Так, ну что, 11 номер убираем и едем дальше, папа, ты второй. Конечно, вкусно. Повезло, так повезло. Ничего, я потом после видео тебя убью. Номер 10 у папы лайм. Давай, папа. Пробуй. Ямка-нямка, как бы нямка. Нямка-нямка. Алиса, ты следи за реакцией. Нямка-нямка. Алиса, за реакцией следи. Кривится? Нет. Че, совсем не кисло? Я могу весь съесть. Ничего себе, папа, ну ты вообще даешь. Ладно, тогда цифру 10 мы убираем. И сейчас маме достанется без этого какая-нибудь гадость. Ой. Давай. Я не хочу лук. Почему он до сих пор никому не попался? Номер 8. Номер 12. А номер 12 это у нас что? Это хрен! Я так и знала! Вот вы. 12. Номер хрен. Мне пока везет, я пока и ничего не собираюсь. Так, мне нужна вода. Не могу. Мы пиаримся на тебе. Это же будет противно. Чего вы так смотрите на меня? Мы пиаримся на тебе. Мои подушечки. Хрен пахнет хреном. Фи. Все. А мне будут течь слезы, но я не буду кривиться. Господи, как это противно. О, можно запить, да? Да. Нет. Прекрасно. Можешь сказать, что... О! Твоя очередь тянуть. Неприятненько. Не смотри, ну, я этот... смотрю. Эй, Миша, как ты не смотришь. Номер 12. Давай, на. Что? Нет. Ну, так нечестно. Нет, я мешаюсь. Алиска, давай, с закрытыми глазами тяни. Не хочу. Что попадется, то попадется. Давай. Давай, то нечестно. 6 попадется. Ну, почти. 5.
пить, а чтобы... Номер 5 – это апельсин. Обожаю! Я, если честно, ребята, люблю апельсин и мандарин. Так, Алиска, ну бери кусочек, давай я тебе его вот так вот... Почистить? Отломаю. Папа, мы следим за Алисой. Держи, кусай. Больше ешь. Кисло? Молчит. Кисло? Алиса. Ну серьезно, кисло? Нет? Тогда еще ешь. Витаминчики. Ешь, ешь, ешь. Так, ну все. Алиса прошла испытание апельсином. Номер 5 мы убираем. А ну здесь что-то тут лежит. Так, что это такое? Это номер 5. Убираем. Папа, ты следующий. Я до сих пор хрен. Номер 3. Ну, папе, как все... Почему маме одна гадость какая-то? У папы вот такая вкусняшка, сушеная клюква. Я думаю, что она с сахаром. На самом деле, клюкву не очень люблю. Ну, как, в смысле, не очень. Я его вообще не люблю, да. Я на четвертый попробую. Ну-ка. Она сладкая должна быть, да? Алис, бери, пробуй клюкву. Я обожаю клюкву. Ну, как это по сути невкусно. Безвкусная? Ну, тебе есть, конечно, сладость. Безвкусная-то? Ну, она вообще не кислая. Блин, почему вам везет? Сейчас у меня опять будет какой-нибудь лук, чеснок. Доставай. Кстати, 8 я вот нюхала даже. Не очень пахнет. Ну, очень вкусно. Я боюсь. Я запью клюкву. Вон, вон твоя кружка. Моя кружка вот эта. Номер 3 забыл убрать. Бедная мамочка. Бедная, бедная мамочка. Только не лук и не чеснок. Только не лук и не чеснок. Один. Один. Это у нас конфеты. О, это у нас Toxic Waste. Мама, когда первый раз их пробовала, честно, не то что кривилась, а тут... Горела. Давайте тут две осталось, я две ем. Две сразу. Лайки ставьте маме, она после хрена ест Toxic Waste. Вы еще не подписались? Тогда я подожду. Ой, смотрите, они разных цветов. Кто-нибудь обращал внимание? Да. Да? Вот вы подписались. Так, две конфетки Toxic Waste. Одну. Первую, давай. И вторую сразу же кидай. Руку убери от лица. Открыла глаз. Мама, папа не кривится. По-моему, мама кривится. Я-я-я. Да-да-да. Да-да-да. Очень стараюсь. Я еще хочу апельсинчик. Руку от лица убери. Я хочу апельсинчика. Мама. Я хочу... Кушай, кушай, моя хорошая. Спасибо. Вот, я вижу. Я держусь. Еще совсем чуть-чуть, я доберусь до сладкой середины. Она сейчас отвалится язык, а так ничего страшного. Да, ба, пошло. А хочешь закусить? Нет, спасибо. О, все хорошо. Теперь твоя очередь тянуть. Я вроде справилась с заданием. Да, я очень старалась. Маме лайк. Давай, доставай. Я тоже. Алиска. Будем. Алиса лук ест. У Алисы попался лук. Алис, ну вот хотя бы вот такую. Ага. Нет, так нечестно. Ага, съем. Еще ешь. У нас что, никто не скривится? Бедный ребенок, посмотрите, как старается. Я. Молодец.
радует. Ну смотри, покраснела вся, скорее воды. Так. Я печечку. Папа тянет. Мне номер два. Папа кушает чеснок. Поздравляю, папа. Ой, господи, ну хоть не я эту всю дрянь съела. Посмотрите, какое у папы невозмутимое лицо при поедании чеснока. Хорошо, что мне папа Бена Челленджа поцеловал. Ну и теперь тебе пускай руку не страшно с мной целоваться. Теперь мне страшно вас нюхать. Теперь мы будем с друг другом целоваться. Нас оба не вкусят, причем с одной тарелки. У меня дико першит горло после этой кислятины. Я вот это хочу попробовать. О, и вот папа, это. Папа, не хочешь запить? И вот это. Я все хочу попробовать. Будьте добры. Так, что, мама тянет опять? Угу. Боже, ну что тут еще гадкое осталось? Имбирь. Лимонная кислота. Лимон. У меня номер 9! А можно я тоже попробую? Можно, конечно. Маме попался Скитлз за все мои мучения. Да. Я тоже хочу попробовать. Сейчас. Я обожаю. Ой, убегает. Я выберу какую. За все мучения мамины. Я ей достали Скитлз. Розовый. Ну давайте что по чесноку, раз уж я Toxic Waste. Это, кстати, не просто Скитлз, это Скитлз. Ой, я открываю не с той стороны. Кисломикс. Я розовый хочу. Давайте, я, чтобы, значит, это, по-честному, вот так беру горсточку. Нормальная горсточка? Я тоже, по-честному. Наверное. А ты куда горсточку? Не, она не кислая. Может, мне, конечно, после Toxic Waste, но она вообще не кислая. Ну, она вообще не кислая, даже мне не кислая. А тебе кисло? Вкусненькая конфетка. А мне конфетки. Алис, твоя очередь. Давайте. У нас осталось по последнему. Тут, ну, как бы, самое, наверное, щадящее, это просто будет лимон. Хоть бы не четыре, или я хочу с ними попасться. Боже, как у меня все. Вау, Алис. Алис, я боюсь, что у тебя лимонная кислота. Я хочу. Дай чистую, чтобы не после хрена. Я очень хочу лимонную кислоту попробовать. Так, ну что? Если что, смелая так. Девочка Алиса. Да, так достаточно? Ну да. Да. Хватит. Красная после лука до сих пор. Неужели на сегодня никто не скривится? Многозначительное молчание. Еще хочу. Какой кошмар. Еще. Так, папа. Папа, вытяни 4, пожалуйста. Я лучше лимон съем. Спасибо, папа. И папа кушает имбирь. Вот тут Настя сесть? Да. А можно я тоже тут пробую? Даже не знаю, как вкусит этот вкус. Можно попробовать? Я тоже хочу попробовать. После не очень сильно першит горло, чуть-чуть ешь. Не надо так много, Алис, да. Выплюни. Там совсем чуть-чуть надо. Я чуть-чуть откусила. Ага, ага. Дай попробую. Но я не скривилась. Да ладно. Ну это же гадость, ребята. Ну да, это гадость, но... Ребята, не советую есть имбирь просто так. Имбирные конфеты, вот, и роллы с имбирем разрешаю. Ну, просто имбирь не надо есть. Это вот оно же, да? Да. Так вот он выглядит, представьте. Как дерево. Ну, да. Ты это все не съешь? Да я просто смысла не вижу. Ну, как бы я просто процесс затянется, съем ее, но я не скривлюсь. Я заплачу горькими слезами, но не скривлюсь. Скажите мне, она острая вообще? Ну, так. Горькая. Горько-острая. Какая гадость. Если бы я ела, я бы скривилась однозначно. Ну, вот, мама скривилась. Так, и у мамы остался последний, 7-й номер. Это лимон. Я его тоже буду пробовать. Хорошо. Я все сегодня перепробую. И вот это.
Так, можно я косточки уберу? Нет. Так. Я пиццу уже стала закусывать. Вот эти буду закусывать. Алиса понадгрызла все. Твои. Алиса на все. Бенбуза вонючие носки. Я могу съесть вот прям это целое и как бы не склеить. Так, ну что, лимон? Господи, Алиса ест все вместе со всем. Но апельсин очень люблю, как и мандарин. Ну? А вот она и как бы... Ну да. Она скривилась. Мам скривилась. Ура! Я тоже знаю, кто победитель. Я все перепробовала. Вы пробовали этот лимон? Ну вот Алиса его сидит, точит. О, у меня мурашки побежали. Скорей. Это ужасно. Я таких кислых лимонов еще никогда не видела. Ты хоть лимон тобой прочитала? Да? Легко. Ну вот, дай воды. У меня губа просто. Губа, все дело в губе. Нет, это очень кисло. Папа, давай для ради эксперимента. Эксперимент. А я буду пока апельсинкой закусывать. Эксперимент все. С лимоном. Просто он действительно очень кислый. Вот это можно закусить. Да ладно, вообще. Не кислый. Серьезно? Я тебе не верю. Ты не хочешь, давай я иду сейчас съем. Ну что, такой у нас сегодня был челлендж. Мама проиграла, скривилась один раз. Ну, мне кажется, вот имбирь тоже был гадостный. Я не знаю, почему папа так стойко его выдержал. Наверное, потому что это папа. Алиска, давай прощаться. Всем пока. И подписывайся на наш канал Мисс Элис. Всем пока. 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 Ставьте лайки, кто любит апельсины так же, как и я.